пытаемся разобраться в суперактуальной теме для многих. И звучит тема нашего эфира так. А все ли должны разбираться в IT? Наш мир с каждым годом становится все более цифровым, это ни для кого не секрет, не новость. И кажется, что скоро без IT-навыков найти работу будет уже совершенно невозможно. Никому станут не нужны люди, которые, да, не умеют кодить или не анализируют данные, или еще не обладают какими-то другими премудростями. Вот сегодня попробуем понять, а, собственно, а какие компетенции действительно необходимы, а какие вам никак не помогут в карьерной траектории, даже если вы освоите Python. А подумаем и поговорим, а где получить цифровые навыки, и правда ли, что начать учиться никогда не поздно, и неважно, вы студент или бабушка, да, у вас все впереди. А также будем разбираться, можно ли классифицировать цифровые навыки, да, на какие-то уровни, чтобы понять, ну, какая траектория впереди возможна. Ну и также поговорим, а действительно всем специалистам из разных сфер необходимо осваивать IT-компетенции, и если да, то зачем? И вот это все мы будем обсуждать с очень интересными экспертами, резидентами Сколково. Сейчас я их представлю. У нас сегодня в гостях Виталий Степанов, руководитель отдела развития и инноваций в Арвине, Любовь Неустроева, менеджер проектов в департаменте сервисов технопарка Сколково, Александр Макаров, ведущий менеджер по персоналу компании Визитек, Максим Киценко, директор по маркетингу в компании Junior Project, и его коллега Евгений Никулин, продакт-менеджер компании Junior Project. Добро пожаловать, спасибо, что нашли время в этот прекрасный день поговорить с нами на такую волнующую многих тему. Ну, уважаемые зрители, также я напоминаю, что без вас наш эфир бессмысленный. Мы делаем все, что мы делаем для вас, и очень ждем ваши вопросы, совершенно разные, и как вообще IT-компетенции развивать в вузах, и какие-то, может быть, лично ваши чаяния, может быть, кто-то из вас всю жизнь занимался философией, а сейчас хочет заняться программированием, и будем ждать вопроса, с чего начать и так далее. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Ну, я хочу свой первый задать вопрос Виталию Степанову, и такой, ну, знаете, задать рамку некую, да, а вообще, действительно, какие глобальные IT-тренды на рынке труда коснутся абсолютно всех в ближайшие 3-5 лет? Виталий, что скажете? Мы, как компания, которая занимается виртуальной реальностью, видим главный тренд. Мы все будем учиться виртуальной реальности. То есть, если рассматривать вообще IT как таковую, и это тренды, мы видим, что ну, больше на образование наш фокус, поэтому оттуда, наверное, мои тренды. И мы видим, что сейчас очень много оцифровывается материалов, и мир очень изменчивый, и очень много информации появляется. Сейчас самый главный большой вызов – это умение воспринять эту информацию, найти правильную информацию и ее запомнить, а завтра забыть и новую воспринять. Поэтому вот все тренды, они двигаются вокруг этого, как упаковывать информацию правильно, как ее валидировать и как лучше ее коротко и понятно доносить. Виталий, спасибо. Сейчас про VR мы с вами чуть подробнее поговорим, но я все-таки хочу немножко здесь покопаться, да? Вот действительно, давайте. Вот эта фраза про информацию, владеть информацией, там ее переупаковывать, ну, это так действительно очень действительно важно, нужно, но, опять же, человек, который задумался о, может быть, перестройке, да, своей карьерной траектории, для него это слишком абстрактная фраза. И вообще, мне кажется, что вот люди, которые сейчас находятся в перемене работы, да, или в выборе траектории, если это студенты, то они как бы хотят, ну, знаете, более такой, ну, прикладной, что ли, инструкции, да, где им скажут, там, например, там, вы должны, условно, знать, что такое digital design, да, там, знать основы там, того-то и того-то, и, например, там, через 5 лет, если вы не знаете, ну, там, такую-то программу или такой-то софт, или не умеете руками делать то-то, то вообще даже не пытайтесь устроиться аккаунт-менеджером, да? Вот что-то, если про такое, то что бы вы добавили? Ну, это мы, получается, как бы навыки и траектории вхождения в IT-профессию. То, ну, я думаю, что первое, с чего это начинается, это КСДЭП, то есть навыки понимания, что такое продукт. Независимо, кодишь ты, либо ты управляешь проектами, ты в любом случае должен обладать навыками, которые тебе позволяют понять, как формируется продукт, и выявить правильно требования. А дальше уже определиться, чем ты хочешь заниматься. Ты хочешь управлять продуктом, ты хочешь его продавать, ты хочешь или ты хочешь его создавать. То есть здесь есть поле,
как для ребят, которые математики в душе, и те, кто гуманитарии. То есть гуманитариям в IT тоже очень-очень много места, потому что здесь можно сравнить как съемка кинофильма. То есть вот финальный продукт – это кино, которое выпускают уже в прокат. Но там есть и сценарист, это чистый гуманитарий. Там есть и режиссер, это менеджер. И там есть ребята, которые снимают этот фильм, клеят. Это как раз те, кто кодит. Поэтому для всех есть надо... Но все они, в первую очередь, вся команда, которая снимает кино, она понимает, для чего это фильм. Это документальный для поднятия патриотизма или это какое-то фэнтези, где люди будут ходить и только в 3D Max'е. То есть вот это все должны научиться понимать. Отлично, спасибо большое за фокусировку. Виталий, если говорить про вашу компанию, да, вы уже сказали, что вы занимаетесь VR-разработкой, да, а вот если говорить про ваших сотрудников, кого вы ищете, да, вот какие компетенции вам действительно необходимы, важны, на что вы смотрите в первую очередь, когда приходят к вам? Мы в первую очередь смотрим, чтобы это был командный игрок, потому что VR – это тот продукт, где нету на сегодняшний день, скажем так, сложившейся практики. И каждая задача, она новая, и здесь очень важно, чтобы команда умела собраться и договориться. Во вторую очередь, это из той же темы выходит, что все люди должны обладать навыками саморазвития. Потому что нам каждый день приходится узнавать что-то новое. Мы ведь сегодня мы разрабатываем тренажер для ремонта насоса, а завтра мы делаем тренажер там по пожаротушению. И все равно в этом всем должны разбираться. Поэтому вот самые главные навыки – это умение работать в команде, постоянно самообновляться, апгрейдиться. Ну и, наверное, уметь проводить корректные ретро, то есть... уметь подсвечивать свои ошибки команде и не переживать за это. То есть команда, если мы будем скрывать эти ошибки, то это скрывание плохого опыта, и, возможно, кто-то может повторять. Поэтому, вот, наверное, открытость, честность внутри команды, саморазвитие и ну, все командные игроки. Видите, да, то есть говорим про VR, а, ну, как сказать, на первое место ставят такие общечеловеческие, действительно, командные личностные особенности. Это важно. А Виталий, вот я вообще сама тоже интересуюсь VR, у нас есть тоже команды, которые занимаются VR-разработкой, и я так понимаю, что есть проблемы с наймом. В каком смысле, да, что очень мало сейчас в России людей, которые именно не вот полный цикл, как вы сказали, там сценарий, еще что-то, а которые именно руками умеют, да, вот делать ту самую виртуальную реальность. Как вы думаете, с чем это связано, и будет ли это как-то меняться? Будет меняться, мы этим и занимаемся, мы учим VR-разработки, как раз наш основной продукт – это платформа, конструктор, VR-конструктор, который позволяет без там, глубоких навыков разработки заходить. Поэтому VR становится доступным, начинает появляться уже желание им пользоваться, поэтому я думаю, что VR-разработчиков будет больше, ну, по крайней мере, за прошлый год мы их воспитали порядка 400 уже. Вот, и, ну, мы сегодня, у нас есть проекты, которые разрабатывают школьники, мы верим вот в это, что мы сделали доступный этот VR, и, ну, если честно, мы очень удивлены тому, что школьники создают, потому что мы, как взрослые дядьки, думаем об одном, нам кажется, что надо в VR это делать, но когда мы сделали хакатон, и школьники там за неделю собрали свои проекты, мы были впечатлены, как думают они, что они, как они видят точку приложения этого VR. Поэтому мы верим и видим, что специалистов становится больше, это все более и более популярно, и доступные технологии становятся. Ну, для тех, кто интересуется VR, мы сейчас с удовольствием выложим в чат трансляцию ссылку, да, чтобы посмотрели на продукт, чем занимается Виталий. Ну, а у меня такой заключительный вопрос в этом пуле вопросов. Все-таки, вот смотрите, вот есть, допустим, я, да, у меня гуманитарное образование, я занимаюсь коммуникационными технологиями, да, немножко у меня есть команда, которая занимается цифрой, ну, там, мы пилим один продукт, но все равно я в этом лично руками не разбираюсь. Но при этом, как я уже сказала, я действительно люблю VR, я верю в его перспективу и так далее. И вот, ну, если я однажды утром проснусь и решу, что я хочу сама, да, вот создавать эти миры, вот реально, смогу ли я, и сколько мне времени понадобится именно учиться, да, чтобы я действительно смогла потом, например, устроиться к вам на работу тем самым человеком, который эти миры руками создает? Первый проект вы соберете за 30 минут, в Гугле вбиваете Варвин, скачиваете демо-версию, проходите первый курс, там,
За 30 минут вы соберетесь. Полноценно у нас ребята собирают, по-моему, 7 дней обучения, и они собирают проекты простейшие из того, что библиотеки, которые есть. А дальше вы начинаете себя апгрейдить и уже переходите на более глубокие уровни, там изучаете непосредственно там Unity, например, хотите, ну и так далее. Это если вы гуманитарий, и вам там не надо глубоко изучать, потому что если вы гуманитарий, то вы классно пишете сценарий под эти VR. И это на самом деле очень важно, потому что VR с бестолковым сценарием – это то, что его губит. Поэтому гуманитариев в VR очень не хватает идейных и любящих VR. Поэтому добро пожаловать. Спасибо, Виталий. Вы прям меня сейчас замотивировали. Так что после эфира я пересмотрю вообще, да, свою ближайшую траекторию. Спасибо большое. А наш следующий гость Александр Макаров занимается наймом в компанию Визитех. Тоже напомню, да, у нас все в гостях резиденты Сколково. И Александр точно знает, каких людей с каким бэкграундом ждут в высокотехнологичных компаниях. Александр, добро пожаловать. Расскажите немножко о ключевой деятельности вашей компании и о том, каких людей вы хантите с большим удовольствием. Мы занимаемся промышленной безопасностью, автоматизацией промышленной безопасности на крупных предприятиях. Наши заказчики – это «Газпромнефть», «Роснефть», «Норникель» и другие крупные холдинги промышленные. У нас автоматизация по нескольким направлениям. Это электронный документооборот для специалистов по охране труда. Это трекеры, которые мы используем различными способами. Ну, к примеру, аудур и индур навигация на заводах. Яндекс.Навигатор вам не покажет, где вы на заводе находитесь. И мы здесь активно работаем, применяем свои услуги. И, к примеру, если кто-то заболел на производстве, то по трекеру мы можем определить, кто с кем контактировал, и видеть список потенциально зараженных лиц. Есть нейросети, которые отслеживают, надеты ли каска на сотрудники или нет. Так или иначе, мы снижаем производственный травматизм и экономим деньги заказчикам. Угу. Ну, а я занимаюсь подбором персонала. Да. Сколько у вас работает человек сейчас? У нас более 80 человек работает, и мы продолжаем расширяться. Сколько сейчас открыто вакансий? Сейчас у нас порядка 10 человек, но я думаю, что скоро мы 12 будем параллельно искать. Большинство да. Это разработчики, но и также мы ищем продакт-менеджеров, проджект-менеджеров, контент-маркетолога и другие вакансии. Угу. Ну, давайте немножко, вот, может быть, на примере одной вакансии, да, или там двух. Ну, вот вы просто назовете несколько ключевых компетенций, не тех, которые soft skills, о которых Виталий уже сказал, да, давайте сейчас как раз наоборот. Давайте в hard сейчас идем, и вот можете просто, ну, вот, как сказать, ну, показать поляну, да, поляну вот этих hard компетенций, которые действительно вы, ну, для вас действительно очень важны, чтобы были у кандидата. Окей, вакансии разношерстные. Если говорить о программистах, то нам нужны разработчики, которые умеют писать на и хорошо пишут на JavaScript, React, Angular. Бэкэнд у нас на Node.js, PostgreSQL как база данных используется. Ну и я могу продолжить по стеку, но я не думаю, что это будет сейчас репрезентативно или интересно нашей публике, которая, скорее всего, студенты. Я хотел бы добавить по отношению к моему коллеге, что, который выступал ранее, что есть некоторая методология, по которой вы идете, там, разрабатываете проект или продукт, вы можете быть продакт-менеджером, проджект-менеджером, то есть разрабатывать проекты или продукты, достаточно разные подходы. В рамках продуктовой разработки можете тоже разные методологии использовать, Scrum, Kanban и другие. И что бы вы ни использовали, будь то вы даже программист, вы можете делать какое-то монолитное приложение или микросервисное. Есть подход реализации тех или иных задач, и под каждый подход есть свой инструментарий. Соответственно, вам нужно определиться с тем, куда вы хотите идти, что делать, а затем определяться с инструментарием. Только после этого подбивать этот инструментарий, понимать, что вы конкретно будете себе прокачивать. Это Python, какие-то другие языки программирования, может быть, еще что-то. Я думаю, что нужно там, с этой стороны строить свой карьерный путь. Спасибо, Александр. Ну, действительно, мы уже проговорили с Виталием и с вами, да, что, ну, компетенции разные, требуются и гуманитарии, да, и люди, которые, ну, обладают какими-то более узкими хардами. Но вот если мы говорим про
студентов, да, сейчас, конечно, в разных вузах и университет 25 этим занимается, мы делаем проектные интенсивы, да, которые помогают ребятам понять вообще, какими навыками нужно обладать, если вы хотите делать технологический продукт, да, или стартап, который делает что-то интересное и высокотехнологическое. И вот они там такие постепенно видят свои вот эти гэпы, да, понимают, а, я вот этого не умею, или я вот это вообще не понимаю, как делать. И вот если мы говорим именно про студентов, то как вам кажется, вообще вот сейчас в России существуют вот такие вот, ну, IT-песочницы, где человек, который еще не выбрал дальнейшую траекторию свою, может попробовать, да, и Java там, и то, и сё, и там VR, да, и дополненную реальность, и еще какие-то технологии, и понять, что вот это мое, а это у меня вообще не мое, но почему-то получается очень круто, поэтому я поэтому еще подумаю, да? Вот есть ли что-то вам известно? Если говорить о курсах, то очень много курсов, большинство курсов предоставляет такой демо-доступ, где вы можете попробовать изучать какой-то язык. И мои коллеги, которые сейчас с нами онлайн, я так понимаю, предоставляют демо-доступ. И там, тот же Яндекс.Практикум, и другие какие-то курсы. И можно себя в любом случае попробовать где-либо. Если у вас уже есть какие-то первоначальные навыки, то какие-то более сложные песочницы, это хакатоны, это волонтерские проекты, это может быть какой-то фриланс. То есть вы можете себя достаточно хорошо оценить и в различных направлениях. Стажировки. И Александр, спасибо. Еще такой вопрос к вам. Вот, собственно, как бы вы ответили на главный вопрос нашего эфира, да, который звучит, а всем ли нужно разбираться в IT? Ну, и здесь я хочу уточнить для вас, что значит разбираться в IT вообще? А для меня разбираться в IT – это история про получение конкурентного преимущества. То есть, опять же, у нас есть некоторые методологии, которые мы выбираем, которые следуем. У нас есть инструментарий, и чем лучше наш инструментарий, тем больше результатов мы можем показать. Если взять банально какого-нибудь таксиста, который хочет получить лучшие заказы, то есть легальные не очень приложения, которые позволяют им изменить свою геолокацию и стать ближе к потребителю, таким образом получать заказы. Есть куча различного софта, который помогает так или иначе экономить деньги, зарабатывать деньги, выполнять лучшие свои KPI. В чем мы и занимаемся, в том числе в плане охраны труда. Ну и еще, Александр, не могу вас не спросить, да, у вас какое образование и какие вы свои считаете ключевые компетенции, напомню, работая, да, ну, HR-ом в компании такой сложной, высокотехнологичной, которая набирает на работу людей с очень специфическими, да, хардами. Образование, если говорить о высшем образовании, то это институт менеджмента Московского городского педагогического университета, там я получил бакалавра. И в МГУ я отучился на факультете социолога, получил степень магистра. Я не думаю, что высшее образование сейчас является там, ключевым залогом успеха в развитии, в индивидуальной траектории развития или еще где-то. Очень важна адаптивность, понимание того, что ты делаешь, куда ты идешь. И здесь достаточно большая осознанность нужна в этом. Достаточно быстро можно прокачать свои скиллы, достаточно быстро можно начать получать хорошие деньги без высшего образования. Но опять же, нужно четко понимать, кем вы станете на выходе. Если я здесь вот хотел бы акцентировать внимание, мы говорим о том, как траектория развития, как войти в специальность и прочее. Вы можете зайти на HeadHunter и посмотреть по тем специальностям, которые вам интересны, список опубликованных вакансий и вычленить для себя те навыки, которые вам нужно обладать. Если у вас есть доступ к HeadHunter для того, чтобы посмотреть резюме, то это вообще отлично. Вы можете посмотреть траекторию развития других людей. Если у вас нет такой возможности, вы можете зайти на LinkedIn. На LinkedIn посмотреть наиболее топовых специалистов в своих областях и посмотреть, как они туда пришли, какими навыками обладают. И, может быть, это вам отчасти поможет в выстраивании вашего дальнейшего пути. Спасибо большое, Александр, за такую практическую рекомендацию. Ну, а мы переходим к нашей следующей гости, да, и Любовь Неустроева, напомню, Любовь – менеджер проекта в департаменте сервиса технопарка Сколково, и Люба как раз тоже занимается работой с людьми.
Ну, Люб, добро пожаловать. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Сколково, да? И вообще, что вам, такой прекрасной, да, юной девушке, помогает говорить на одном языке с такими серьезными ребятами, да, которые, у которых есть амбиции выйти на международные рынки со своими крутыми стартапами или компаниями? Да, всем привет, благодарю за приглашение, и хочу поделиться, отвечая на первый вопрос, чем я конкретно и моя команда, чем мы занимаемся в Сколково. Мы позиционируем себя как HR-комьюнити Сколково, и вот если можно, я бы запустила демонстрацию экрана. Мы как бы направлены на три такие ветви развития. Это кандидаты и стажеры, это стартапы. У нас порядка 250 резидентов находится в самом технопарке Сколково. И знания по управлению командами и людьми. Вот эти три направления, если сказать просто, то мы их между собой соединяем. То есть у нас есть, к нам летит достаточно большой поток кандидатов-стажеров, мы их знакомим с стартапами, тем самым те идут к ним либо на стажировку, либо на работу. И еще мы очень четко понимаем, что важно и самих резидентов, ну так сказать, прокачивать в HR-направлении. Собственно, для этого мы организовываем различные митапы, мероприятия, какие-то мастер-классы, воркшопы. Вот это на самом деле основной вид деятельности, но у меня есть еще коллеги, которые непосредственно работают с кандидатами, а я занимаюсь тем, что я смотрю на рынке лучших в IT, в маркетинге, в HR, и приглашаюсь к нам на площадку технопарка Сколково, и мы устраиваем различные коллаборации, будь это тоже мероприятия, рассылки, либо еще разные активности. Вот. И вопрос был от вас, что позволяет взаимодействовать там, с людьми из мира IT, хотя я сама не IT-специалист. Мне в целом позволяет как мой навык коммуникации, наверное, он очень так, хорошо развит, я считаю. И ориентир на внешнюю реальность. То есть я, когда прихожу к какому-то человеку, я смотрю в первую очередь на то, какие боли я могу закрыть или чем я могу быть полезна, и, исходя из этого, уже выстраивается такой вин-вин. И тут в целом уже не важно этот человек из IT, из маркетинга, из HR. То есть ориентир на внешнюю реальность и понимание того, чем я могу быть полезна. Вот. А скажите, вот я поняла, что стажерами занимается ваша коллега, но все-таки наверняка вы в курсе, вот сколько за год, может быть, да, ну, приходит заявок вот на стажировки, вот примерно, о каком количестве мы говорим? Да, у нас есть определенный процесс условий стажировки, на самом деле количество там варьируется, ну, от 50 до 150, то есть, ну, всегда по-разному, это в разные года по-разному, и есть определенный процесс. Вот вы видите на слайде, да, то есть трудоустройство, есть обратная связь, ну, она бывает не всегда быстрой, но в рамках 2 недель мы можем ее дать, это именно по тестовому заданию, да, есть определенные этапы собеседования, стажировка бывает безоплатная, но это недолго, потому что, как правило, мы очень сразу хотим работать с людьми официально по договору, вот, и, ну, есть, конечно, в текущих реалиях опция удаленки, вот, то есть, так, и все это очень, на самом деле, индивидуально, вот я сейчас много общаюсь с резидентами, я замечаю, что одни, например, нацелены исключительно на специалистов, и они вообще не рассматривают истории со стажерами, а другим, наоборот, нужны только стажеры, вот те, кто только заканчивает университет, чтобы их таких свежих сразу забрать себе. Ну, спасибо, во-первых, да, что все структурно и понятно, но давайте практически, да, вот рекомендация. Вот если нас смотрит, допустим, сейчас преподаватель какого-то вуза, который любит своих студентов, да, и, может быть, мечтают о том, чтобы они стали в какой-то момент резидентами Сколково, вот, и, но при этом хочу заметить, что, может, находится в другом городе, да, вот что конкретно сделать, ну, или сами студенты смотрят, которые тоже мечтают об этом, вот конкретная инструкция, что сделать, кому писать, куда бежать, как вообще, что о себе писать вообще и так далее. Это будет, возможно, полезно, ну, смотрите, написать можно всегда мне, да, но меня там не все знают, и не все знают, что я работаю в Сколково и могу с этим помочь, вот. Но помимо этого, это про личные контакты, помимо этого у нас есть вот такая история. Есть со стажировками отдельный, ну, как бы отдельная, как
сказать, отдельный раздел на сайте, вот так. Есть, где можно принять участие, посмотреть, какие стажировки актуальны, я потом с ссылочками этим тоже поделюсь. Есть история с хакатонами, да, когда можно принять участие в хакатоне, командой, либо индивидуально, и тоже по взаимодействию с резидентами. Есть такая история, как марафон, это когда любой человек может зайти, посмотреть, какие актуальные задачи есть у резидентов на текущий момент, и попробовать их решить, предложить свое решение. Вот, ну, то есть на самом деле вариантов связаться, их множество. Даже самый простой — зайти на сайт технопарка, там, ну, написать либо на общую почту, либо найти вот как раз-таки HR-комьюнити, там тоже все ссылки есть, вот. Люба, еще такой момент, спасибо большое, да, сейчас мы тоже выложим обязательно вашу презентацию в чат-трансляции. Ну, понятно, что, глядя на вас, да, вообще думая о Сколково, как о такой инновационной, да, такие светлые головы, там, до 30, ну и так далее. И вот все-таки приходят ли к вам на стажировку люди, которые действительно меняют траекторию, да, которым там 30, 40, а может быть 50 лет, да, и насколько вы, ну, к ним хорошо относитесь, или все-таки есть вот этот вот, да, не-не-не, там, тебе уже не 20, ты нам не подходишь, да, и так далее. Хороший вопрос, и я тут соглашусь со своими коллегами, мне вообще было очень приятно, что тут говорили про софт-скиллы, потому что, несмотря на то, что IT, да, и всем нужны разработчики, я сама топлю за софт-скиллы, и я считаю, что это очень, ну, важная история, которую нужно в себе прокачивать, и отвечая на ваш вопрос, по крайней мере, среди вот моего опыта общения с резидентами, я такого не встречала, что говорят, не-не-не, извините, уже как бы все поздно. То есть я все больше замечаю, что люди обращают внимание, прежде всего, да, на такую историю, как насколько человек вообще командный игрок, и вторая очень важная составляющая, насколько он вообще открыт и готов обучаться новому. То есть я все больше замечаю, что в текущих реалиях, ну, как бы можно даже за один год там дважды, трижды переучиться, и это тоже окей. Вот, и, ну, поэтому вот я бы так ответила на этот вопрос. Спасибо за позитив, за надежду, опять же, да, тем, кому уже не до 30. Вот, Люба, еще такой вопрос будет. Вот если вас я сейчас бы воспринимала как такого карьерного консультанта, да, и спросила бы вообще, а действительно, вот, Люба, вот посоветуйте, вот про софт-скилл, за который вы топите, да, и Виталий о них много говорил, мы уже поняли, но все-таки, если, давайте такой баланс сделаем, да, чуть-чуть ключевой софт и ключевой хард. Да? Вот то, какие действительно помогут мне, да, вот, например, в карьерной траектории такой, если я хочу войти больше двигаться, а какие больше такие хайповые, но действительно никуда меня не приведут. Я поняла. Ну, на самом деле я все равно начну с софт, вот, потому что мне кажется, это история про людей, а мы пока что еще не все тут с роботами общаемся, хоть это, наверное, не за горами, да. То есть вот если брать, есть такой список, наверняка вы многие знаете, да, там топ-10 софт-скиллов, каждый год его обновляет, и вот по 2020 году, к концу 2020 года, я, помню, тоже изучала для себя этот вопрос, там среди там топ-5 условно это комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, умение управлять людьми и умение взаимодействовать с людьми. Вот это, наверное, такие топ-5, которые я бы выделила, которыми пользуюсь сама, что как-то мне помогает решать свои задачи, двигаться по карьерной лестнице своей в том числе, да. Отсюда уже я бы, наверное, ориентировалась в зависимости от... ну, то есть направленность, то есть даже в IT-направлении, если мы берем, да, там... есть C++ разработчики, есть Java, ну, то есть, как бы, мир такой очень сильно многомерный. Если говорить прям вообще с нуля, как я обычно делаю, когда я не знаю чего-то, в чем мне бы хотелось разобраться, я иду к тем людям, которые уже в этом разобрались, и просто прошу у них совет, спрашиваю там, а что, а как, ну, то есть, мой мозг, в принципе, очень любопытный, и мне не составляет, как бы, труда вот так подойти, у кого-то спросить, посоветоваться. И еще один лайфхак, который тоже говорил вот Александр, да, откройте там, ну, HeadHunter или посмотрите вообще, что от вас хотят. Как правило, в описании вакансии очень четко прописывается 1, 2, 3, вот это. Вот, и в эту сторону. Но и вот если говорить, ну, наверное, про образовательные курсы, где учиться, подскажут дальше следующие мои коллеги, потому что тут я не так сильна, хоть и много с кем мы тоже партнеримся, но все-таки я считаю, что
В общем-то, начинать нужно с софт-скиллов, ну, то есть, вот, условно говоря, у меня сейчас нет такой потребности пойти учиться, да, вот именно найти специалиста, но я точно знаю, если она возникнет, моя, как бы, открытость к этому и способность быстро где-то у кого-то что-то спросить, она мне поможет, а дальше я уже разберусь, вот. Спасибо большое, Люба. Я думаю, что еще к вашему списку софт-скиллов нужно точно добавить то, о чем вы сказали, а именно любопытство, да, или еще пытливый ум. Да, вот, да, другой вопрос, да. Как мы научимся измерять, да, вот приходит кандидат, мы говорим, ну так, кажется, он любопытен на троечку по шкале, на вот 10, ну непонятно, да, как мерить любопытство, пока никто не знает, хотя я с вами соглашусь, да, что это то, что открывает многие двери, да, когда мы просто даже заглядываем и с кем-то знакомимся. Спасибо большое еще раз. Ирина, а можно прокомментировать? Да. Вот то, что коллеги сказали до этого, я просто сейчас дошел, ну, наверное, до мысли такой, что я бы начинал на самом деле отвечать про хард-скиллы, исходя из того продукта, который вы хотите делать. То есть перед тем, когда задавать себе вопрос, на каком языке программирования я хочу разрабатывать, то я бы, наверное, сначала бы придумал для себя, что я хочу делать. Потом бы я узнал, на каком языке это делается, а потом по совету Любови я бы нашел тех специалистов, которые занимаются подобными продуктами, спросил бы вообще, нравится им этот продукт разрабатывать, и после этого уже изучал бы стек технологий, которые есть для этого продукта. Потому что сейчас можно выбрать, я видел некоторые кейсы, когда ребята выбирают самые дорогие языки программирования, идут учиться ему, потому что эти специалисты самые дорогие. Ну, в итоге через 10 лет мы получим такое же общество питонщиков, как сегодня юристов. Вот. Поэтому я бы, наверное, шел от того, потому что на чем бы ты ни научился кодить, самая главная задача, чтобы ты от продукта получал свой результат. Поэтому я бы целился в продукт, и тогда вы выучите тот язык, который вы создаете любимый продукт. Виталий, спасибо большое за это ценное дополнение, но, однако, я хочу подчеркнуть, что если бы человечество научилось отвечать легко на вопрос «а что я хочу?», да, мы бы жили немножко в другом обществе. Но, в любом случае, ваш комментарий действительно очень важный. А я перехожу к двум нашим другим гостям, я их так сразу в паре, да, потому что компания одна, напомню, компания Junior Project. И начну я с Максима Киценко. Максим, добрый день. Расскажите нам немножко, ну, чем занимается ваша компания, но коротко, понятно, да, что джуниор, что-то про детей, сейчас мы, значит, узнаем, что вы делаете с детьми и так далее. Да, что же вы делаете, Максим? Да, Ирина, спасибо большое. Всех приветствую, коллеги. Да, кратко постараюсь лаконично рассказать о том, чем мы занимаемся. В общем, мы на рынке уже примерно 8 лет, на рынке школ дополнительного образования. Мы начинали с школ футбола, в частности, бренда «Юниор» и «Спартак Юниор». И вот сейчас портфель наших брендов школ дополнительного образования, он увеличился до 8-9 активных на рынке. На данный момент сети наших школ насчитывает около 850 школ по России и СНГ. Вот. И основное направление нашей деятельности – это вот создание и развитие брендов школ дополнительного образования. Сферы довольно диверсифицированы, так скажем, от футбола, балета, заканчивая программированием и обучением тому, как быть успешным видеоблогером. Вот. И параллельно с этим, параллельно с развитием наших брендов школ дополнительного образования, мы развиваем и разрабатываем IT-продукт, ERP-система, то есть это нечто более сложное, чем просто CRM-система. Это продукт, который позволяет автоматизировать все бизнес-процессы школ дополнительного образования. То есть этот IT-продукт сфокусирован именно на рынок школ дополнительного образования, и вот сейчас мы планируем развить этот продукт не просто как часть нашего продукта, бренда школы, а сделать его самостоятельным, масштабировать его на рынок России и СНГ и далее уже выводить за рубеж. Это если кратко. Спасибо большое, Максим. Планы отличные, очень интересно, да, и футбол, и блогинг, и программирование, и ERP-система здесь же, да. Очень крутой, на мой взгляд, микс. Ну, тоже могу предположить, что в вашей команде работают тоже очень разные люди. Ну, во-первых, вы маркетолог, да, как мы уже поняли. Да. Вот, однозначно ERP-систему разрабатывают люди, которые, да, там, с такими квадратными головами, наверное. Вот если говорить про компетенции, да, на что вы опираетесь, когда набираете людей в команду?
Вот если говорить в целом о развитии брендов школ, если не говорить чисто про IT-историю, то это обязательно люди, которые умеют и понимают бизнесовый язык, владеют базовыми IT-навыками, то есть для них зайти и посмотреть, что такое статистика в Яндекс.Метрике, в Google Analytics, статистика Инстаграм-аккаунта, это для них не серьезный вопрос и не челлендж. То есть это в обязательном порядке, то есть команда, которую мы набираем, мы ожидаем от них, от кандидатов, что мы будем говорить с ними на одном языке. То есть да, это та база, которая в любом случае нужна. И если говорить конкретно про позиции, то да, в нашем случае это обязательно продуктовый подход, потому что каждый бренд – это, по сути, уникальный продукт. И без привязки к анализу спроса на данный продукт, на услуги наших школ, на то, что должно быть сформировано в качестве методики, без этого никуда. Поэтому продуктовый подход – это, конечно, обязательный критерий при выборе наших менеджеров, которые руководят развитием бренда, ставят задачи на разработку каких-то дополнительных фичей, ставят задачи на разработку конкретных направлений в методике, по которой школа будет обучать, предоставлять услуги конечному потребителю. Вот, если кратко говорить. Максим, расскажите, пожалуйста, не могу не спросить, глядя на ваш юный, да, такой юный облик, вот, хотя за этим, может быть, скрывается хороший биохакинг, вам на самом деле за 60, но шучу. Сколько лет самому взрослому члену вашей команды? Я думаю, около 50-55, я точно не помню, в общем, но это если говорить о топах, то есть это финансовый директор, который довольно с большим стажем опыта, это его продает, конечно, поэтому нам очень приятно работать с компетентными, опытными людьми, и возраст в данном случае уже, ну, как бы абсолютно не важен. И, Максим, еще тоже короткий сюда же. А среди разработчиков, самый взрослый разработчик, сколько лет? Я думаю, около 35, вот если 35. Так. Хорошо, спасибо. Тогда перейду к вашему коллеге, да, Евгений Никулин у нас в гостях. А с Евгением поговорим более прицельно про вот цифровые навыки. Вот сейчас, кстати, интересно, Максим, да, сказал, что, ну что, хорошо, если вы можете Яндекс.Аналитику посмотреть, я сразу обрадовалась, я могу, может, даже я сижу, у меня такие... Ну, ладно, Яндекс.Аналитика, это на самом деле действительно легко, есть намного более сложные вещи. Вот, Евгений, если бы мы с вами попытались классифицировать цифровые навыки, да, разложить их на какие-то уровни, да, то вот как бы вы это сделали, что бы получилось? Да, добрый день, коллеги. Ну, что Любовь, что Виталий, что Александр, что Максим на самом деле уже упомянули навыки, и если структурировать их и разложить на уровень, то мы можем выделить, с одной стороны, это soft skills, с другой стороны, hard skills. Вот. И что soft, что hard, они на самом деле зависят как от продукта разрабатываемого, так и от профессии, в которую человек идет. Соответственно, если мы говорим про hard skills, то для разработчиков, продукт-менеджеров и маркетологов они могут быть совершенно разными. Например, разработчикам нужно понимание языков разработки, таких как PHP, таких как C, Sharp и так далее. Вот, маркетологам необходимо работать с такими инструментами, как Google Аналитика, Яндекс.Метрика, Firebase и так далее. В свою очередь, софт-скиллы мои коллеги вот уже упоминали. Я могу тут только добавить, на самом деле, что, на мой взгляд, софт-скиллы, они все же более универсальны для каждого представителя IT-компании. И со своей стороны я бы выделил, пожалуй, проактивность, потому что для всех принципиально важно, чтобы человек мог сам находить решение, а не подходить к менеджеру или к вышестоящему человеку с вопросами, а как мне сделать то или другое. Помимо проактивности, это адаптивность. Сами мы понимаем, что мы живем в достаточно быстро развивающемся мире, скорость которого все увеличивается и увеличивается, и решения принимаются уже гораздо быстрее, и необходимо адаптироваться под меняющийся сценарий. И помимо этого я бы также выделил на самом деле креативность, потому что без креативности очень сложно подойти к любому заданию, и приходится придумывать новые какие-то интересные пути решения. Вот, по-моему, раскладывая навыки, мы можем их, в принципе, так структурировать.
А вот, Евгений, я, знаете, сейчас о чем подумала? Ну, я на креативности, потому что это мне ближе, да, чем какие-то суперхарды. Вот смотрите, вот если говорить именно про уровни, то, ну, есть какое-то, не знаю, внутреннее понимание у людей, которые, ну, и набирают персонал, и работают с новыми людьми, да, и понимают, куда они хотят прийти. Вот все-таки именно про уровни. Но я понимаю, что креативность — это такая очень сложно отцифровываемая, да, компетенция, но все же, вот, вы как-то можете сказать, ага, вот, допустим, этот парень, неважно, разработчик, да, кажется, он там на первом уровне креативности, а вот этот, ого-го, там вообще бог, да, креатива. Вот что с уровнями-то? Как понять, ну, и вам, как нанимая людей, да, и, ну, к себе в команду, и также и людям, а как вообще понять, на каком уровне, да, та или иная компетенция у них находится? Вот здесь что-то посоветуете? Ну, смотрите, я знаю примерно, как отбирают людей в разных топовых IT-компаниях, в частности, в Google, Facebook и так далее. И во многих, чтобы проверить какую-то креативность, искать по уровням, применяют различные брейн-тизеры и предлагают задачи, которые не требуют какого-то конкретного варианта ответа. То есть смотрят, как человек именно решает саму задачу и какой у него подход к этому решению. На мышление смотрят, да? То есть да, именно в мышлении дело. Угу. Хорошо, еще такой вопрос про тоже сейчас в России, ну, много программ, да, и цифровая экономика, и кадры для цифровой экономики, да, которые частично реализовываются университетом 2035, и много-много всего, и действительно есть такое понимание, что для нового мира, для новой экономики нужны компетенции всем, да, и как мы сегодня упоминали, там, у менеджера, который сидит просто в офисе, и упоминали сегодня водителя такси, ну, и на самом деле, действительно, еще можно перечислять очень много людей. Вот как вам кажется, вот из этого всего многообразия, которое тоже перечислял, там, и Виталий упоминал, Александр про курсы, да, что действительно очень много всего, но как вам кажется, вот сейчас где лучше всего получать вот эти самые цифровые навыки? Ну и здесь же сразу спрошу, и правда ли, да, что действительно не поздно, и можно это сделать и в 60, и в 70, да, и там в 15? Ну, ограничений на самом деле никаких нету. Будь вам 60, вы сейчас спокойно можете записаться на онлайн-курсы, либо зайти в разные так называемые IT-песочницы, о которых мы уже тоже упоминали. Я бы тут хотел выделить ресурс именно по разработке, называется Codecademy, куда можно прийти и начать изучать разные языки программирования и видеть непосредственно при написании кода, что происходит с программой. На самом деле, тут я бы сказал, что лет 5-10 назад было гораздо сложнее обучиться каким-то навыкам. Сегодня мы видим активное развитие EdTech, и появляются различные платформы, в которых предлагаются разнообразные интересные программы, будь то разработка, будь то маркетинг, будь то любая иная программа. В частности, я тоже обучаюсь на одной из таких платформ. И лет 5 назад, если бы были такие платформы, я был бы очень рад, потому что, сами понимаете, что время, которое прошло с того момента, я мог потратить на изучение каких-то дополнительных навыков. Вот, поэтому никаких проблем нет. Заходите, ищите такие ресурсы. В первую очередь понимайте, для чего они вам нужны, и только потом уже начинаете что-то изучать. Угу. Спасибо большое, Евгений. Еще один вопрос к Максиму будет, да, про продукт. Вот вы упоминали, что есть там футбол, ну и разные другие форматы. Вот если говорить не про футбол все-таки, хотя футбол, кстати, на мой взгляд, очень типа высокотехнологичная история, да, потому что футбол — это вообще про аналитику данных, да, а не про футболистов. Вот, ну, это мое мнение. Максим, вот если говорить про именно детей, на которых направлен ваш продукт, да, которые обучаются в ваших форматах, то с какими запросами приходят родители, и есть ли такое, что родители четко понимают, куда вот движется вот эта вот цифровая реальность, и, например, отдавая ребенка в школу блогинга, да, они не просто его развлекают, чтобы он там мог классникам похвастаться, а они понимают, что они вот при этом развивают у него то-то, то-то и то-то. Или пока что это больше про такой фан, про все бегут, и я бегу? Понял вопрос. Да, все зависит, конечно же, от конкретного продукта и бренда школы. Да, если говорить и рассматривать кейс школы блогинга, то часть родителей, да, действительно, видит, что это довольно большой тренд, что многие блогеры, в том числе вот на платформе ТикТока, очень быстро могут получить какую-то долю успеха и дальше уже развиваться в этом направлении довольно эффективно. В общем, да, многие приводят детей
с целью, что они смогут вырасти до какого-то серьезного уровня. И непосредственно вот, развивая в целом навыки блогинга, какой-то аналитики, развития YouTube и других каналов, параллельно с этим мы развиваем навыки актерского какого-то мастерства, выступления на, и записи себя на камеру, конечно же, техника речи, качество этой речи, подготовка сценариев, вот это вот все. В совокупности это действительно делает довольно сильный продукт, который вот с каждым днем набирает все больше и больше обороты спроса на рынке. Если говорить про наши школы программирования, то это действительно один из навыков 21 века, то есть уметь что-то оцифровывать, уметь понять, как прототипировать какие-то функциональные задачи, оформлять это в программные продукты, по крайней мере, уметь сформировать логику взаимодействия каких-то элементов, чтобы это, из этого получилась какая-то система, чтобы из этого можно было сформировать техническое задание и отправить, например, программисту, если, например, у самого навыка программирования активного и сильного нету, как компетенции, как hard skill. Вот, в общем, если вкратце, надеюсь, ответил на вопрос. Да, спасибо большое, коллеги. Ну, мы находимся на финишной прямой, у меня есть такая традиция, в конце задаю некий общий вопрос и прошу всех коротко высказаться, да? Вот, а смотрите, вопрос будет такой. Мы все-таки начинали с такого достаточно общего вопроса, да, то есть у нас эфир не только про программистов или айтишников, у нас эфир про вообще людей самого разного возраста, самых разных профессий и так далее. И вот вопрос мой такой. Как вам кажется, если человек сейчас, неважно, кем он работает, да, но он не IT, давайте IT сейчас как раз не будем пробовать, он менеджер по продажам, он, не знаю, дизайнер, архитектор, да, ну, то есть, ну, вообще, там, он продавец, может быть, в магазине, или он, там, преподаватель на кафедре, да, или так далее. Но он понимает, вот, да, то, что называется фрустрацией, что действительно все больше слов, которых он не понимает, да, используется вокруг него, а все больше говорят, что роботы всех заменят, ну, и так далее. Вот как вам кажется, вот этому человеку, который не хочет пока что идти вот в IT, но чувствует, да, что что-то сейчас очень сильно изменится, и от него потребуются все-таки, ну, новые какие-то навыки, как минимум в общении с новыми программами, да, новыми, не знаю, техниками, теми же ERP-системами, да, с ними же работают люди в конечном счете. Вот, вот что бы вы рекомендовали, как себе, вот, ну, знаете, запланировать, да, скажем так, план по освоению вот тех самых простейших, может быть, цифровых компетенций, да, чтобы чувствовать себя более уверенно. Давайте начнем с Виталия, вот, потом Максим, потом Евгений, потом Александр, и Люба, закончим вами. Виталий. Мне сложно ответить на вопрос, когда есть ситуация, что человеку это еще не надо, но как он должен себя убедить, что ему это надо? Ну, смотрите, нет, Виталий, пока он не то, что ему не надо, ему надо, он фрустрирован, но он пока не понимает как раз, да, у него пока нет на тот самый вопрос, а что он будет делать, но он понимает, что скоро к нему придут и скажут, так, ты знаешь что-то, то-то, то-то, он скажет, нет, уволен. Так, и вопрос, давайте еще раз про вопрос, он интереснее, хорошо, чем ответы. Ну, смотрите, вопрос такой. Да, вот, кстати, спасибо сейчас за этот комментарий. Может быть, мы поймем, что я спрашиваю то, что невозможно пока что, да? То есть, смотрите, мой вопрос, по сути, такой. Как любому человеку, любой профессии подготовиться к будущему, которое, ну, скоро совсем резко еще более сильно изменится, да? И IT-навыки будут нужны всем, включая консьержа в подъезде, да, там, водителя такси, водителя, не знаю, вертолета, учительницы и так далее. Завести себе детей, отправить их в школу и вместе с ними изучать информатику. Отличный план, спасибо большое, Максим. Или соревноваться со своим. Ну, вот мне кажется, что если ту ситуацию, которую вы приводите, она в том случае, когда поезд ушел, я не современный, то, наверное, я бы вернулся в тот детский паровозик и начал бы там как-то изучать это. Слушайте, отличный совет, спасибо большое. Максим, потом Александр. Угу. Да, спасибо. В общем, для меня, вот с моей точки зрения, вообще нету предмета фрустрации.
То есть для людей, которые ощущают себя, как будто бы они выпадают за пределы актуальности на рынке труда, в условиях постоянной цифровизации и увеличения этого тренда. Мне кажется, современные технологии настолько глубоко зашли в нашу современную жизнь, что даже бабушки сейчас могут спокойно пользоваться телефонами, разобраться, что такое WhatsApp, как позвонить по видеосвязи и так далее. То есть здесь просто, наверное, нужно податься этому течению и не говорить «нет» новым технологиям, новым путям решения тех или иных проблем. Просто адаптироваться и пускать в жизнь что-то новое. То есть у взрослого человека с течением жизни все меньше и меньше есть предрасположенность к изучению чего-то нового. Нейронные связки, они уже, ну, так скажем, устаканились, все очень просто. Ну вот надо себе сказать, что не стоит останавливаться на том, что уже когда-то было изучено, потому что мир меняется, и просто впускать в свою жизнь что-то новое. Спасибо большое. Александр, ваша рекомендация про освоение IT-компетенций будущего? Я думаю, что все тоже очень сугубо индивидуально. Если вы, в принципе, хотите что-то почитать IT, и это нужно в очень маленьком объеме для того, чтобы это было проще и быстрее. Прочитайте Scrum Guide, ну, можете забить его в Google, где угодно. Scrum Guide — это документ на 15 страничках А4, вы поймете, что такое Scrum в оригинале. Вы можете прочитать Agile Manifest, это одна или две странички А4, тоже поймете, что такое Agile. Если у вас есть сила и время почитать что-то более сложное, сильное, и вообще вы хотите прям прокачаться, то можете почитать PM Book, Project Management Book of Knowledge. Это для проектного управления, такая достаточно популярная среди управленцев штука. Вообще, вот, если объединить soft skills, hard skills, еще есть третья culture fit, и все это вместе объединить, и я бы сказал, что вам нужно быть трабл-шутером. Вот, трабл-шутером, решателем проблем в своем каком-то направлении. То есть вы консьерж, вы должны быть лучшим консьержем, решать все проблемы, которые могут возникать. Вы хотите там развиваться где бы то ни было, хотите быть программистом, опять же, вы должны решать проблемы в программировании. Вот, может быть, это один из путей, через который вы найдете, что для вас интересно в IT. Стать решателем проблем вообще, мне очень нравится. Да, вообще, если у вас есть какая-то фрустрация, то не знаю, насколько это корректно, но это сродни погоне за какими-то БАДами, улучшателями здоровья, какими-то ионными ваночками для ног, которые проводят детоксикацию. Это просто фрустрирует, действительно, и нужно просто выдохнуть. Все будет хорошо, роботы вас не заменят, а если заменят, ну, ничего страшного, жизнь продолжится, ничего страшного не произойдет. Если вы хотите развиваться, то ищите лучших в своей специальности, лучших программистов, лучших, не знаю, менеджеров по продажам детской одежды, и садитесь им на хвост, смотрите, как они делают свой перформанс, как они улучшают себя, и вот стоя на плечах гигантов, вы сможете быть лучше и дальше. Я так думаю. Спасибо большое, Александр. Пока вы это говорили, я подумала, что вы можете, тоже я вам придумала новые траектории, вы можете быть мотивационным спикером и хорошим психотерапевтом, да, так что психотерапевтировать и людей, и роботов, возможно, в дальнейшем вы бы смогли. Спасибо большое, Евгений, и потом Люба. Евгений. Да, я бы хотел сказать тут, что, возможно, стоит развивать навык именно soft skills в плане осознания возможностей и создания возможностей, потому что большой вопрос стоит в том, а что будет дальше. Сегодня никто не знает, но мы можем видеть определенные тренды и уже прогнозировать то, что будет лет через 10, 20 и так далее. И примерно понимать, каким будет будущее, рисовать разные сценарии и готовиться непосредственно к нему. Для людей, которые работают сегодня, возможно, стоит начать читать какие-то аналитические сводки по поводу развития определенных технологий, определенных секторов и самим понимать, какие навыки им потребуются далее. Спасибо. Люба? Да, я на самом деле так вдохновилась всеми ответами и тоже думала
над своим ответом, и вот к чему пришла. Ну, если даже все-таки эта фрустрация случилась, первое, что бы я сделала, и она у меня тоже иногда случается, я тоже человек, это признать, что она случилась. Ну, вот что-то я вот не понимаю. Второй момент, очень важный, на мой взгляд, да, как бы фокус внимания, это где дальше, на этой фрустрации или на том, что вообще-то эта ситуация, возможно, она для меня про рост дальнейший, про развитие, да, и тут уже насколько позволяет открытость и то самое любопытство пойти поисследовать вообще, что мне отвлекается. Вот, это, может быть, звучит как-то хаотично, обобщенно, но я вот для себя как бы именно, ну, как, что называется, на практике прожит. Вот, и последнее, что я бы хотела сказать, это про намерение, да, вот, как говорится, если есть намерение дальше куда-то пойти изучать, пробовать, когда готов ученик, готов учитель. Вот, наверное, этим бы я завершила, то есть ну, не убегать от этого, даже если она случается, и понимать, что мир, он вообще супер многовариативен, и тут как бы есть все, и можно просто повыбирать путем перебора, либо путем общения с кем-то, вот как-то так. Спасибо большое, Люба, спасибо большое всем замечательным спикерам. Вы знаете, я так сейчас тоже сижу, рефлексирую, подумала, что мы говорили про IT, да, про навыки, про цифровизацию, а эфир у нас получился очень человечный, да, очень про людей, про команды, про взаимодействие, про коммуникацию, и это, конечно, очень сильно радует, да, это как раз, ну, заставляет верить в то, что научиться мы можем всему, но вот то самое человеческое, что у нас есть, да, если мы именно это будем развивать, неважно, это цифровой мир, потом квантовый случится, потом еще какой-то, да, то вот эти ценности базовые, базовые вот эти soft skills, если у нас действительно будут развиты, да, то мы точно со всем справимся. Спасибо огромное за ваши комментарии, ваши кейсы, ваши рекомендации. Вот, ну, а мы с вами увидимся в следующий вторник на канале Go Online. До встречи, всего доброго!